Друзья, привет! Вы на моем канале Маргарита. Ребятки, не забываем про опцию «Супер спасибо» и заказом батла на любимых исполнителей. Дорогой заказчик, спасибо огромное. Ребятки, смотрим и слушаем батл. Ребят, пошумим, да, друзья? Так, поехали, друзья. Йоу, меня зовут Джонни Квита, представляю проект «Слово». Прямо сейчас мы в городе Москва. На встрече Back to Beat, дайте максимум шума! Спонсор видео – магазин цифровых товаров zakazaka.com. Лучшие цены на компьютерные игры и не только. Гарантия 100% и моментальная доставка. Ежедневные раздачи. Готово, пока на тебе не замкнулась пищевая цепочка. О, как одет, успех классный, да? Успех зависит только от тебя, Флэш, твоей силы классный. И твоей выносливости. Каждый день стань хозяином каменного кола. Горилла Energy Drink и БК Леон. Дайте шума для них! Также представим Артурщика, у него есть канал на Ютубе, потому что он общается с ютуберами, блядь. Это First Feel Beats! Если справа от меня, представь себе, MZ Left, слово Back to Circ. MC слева от меня, представь себя. I2KN 2.05, Москва, дайте шума! Наши любимчики здесь. А я думал, он ведущий. По результатам предварительной жеребёвки, начиная от МЗЛФ, дайте шума для него! Почему МЗЛФ? Окей, Пять лет назад. Пять лет назад. Желающий постримить расплодилось, я вижу, но как бы ты звали, ты жопу не рвало собак. Стримы намного пиже, и хули говорит, а залетай в твой дом. Лоб, хочу давай прокачивать, слово в финале, чтобы до уважения выдали бы пиже, не а ты мне же кажу, извинись, Игорь, мы сильный мистер стиль, правда. Сипло выпускник заебат, ломите вы... Ну, классно. Классно, классно. Вообще, Мазилов голос красивый. Голос классный, ребят. Бит классный. Вот это, ребят, настроение понимает, реально. И здесь нет такого трэша, да, вот в этих, да? Ага. Хуя-то на митингах зла сниматься, лучше вы закрыли вас, а не подкаст, пидорасы. Я, у нас РНБ, мы с Егором, только браков нет. И похуй мне, привык сольно, чел из нас четверых, только ты съебал всем. Бля, Варя, подержи, Игоря, но у вас ставки горят, походу, нищета опять победит. Взял либо из чата панчи, либо панчевать, а когда читать будешь свои? Йоу, а Валя песенки поет. А Валя песенки поет. Валя, ты чё, блядь, там поет, какие песни, хуй убейся, вы же просто батл. Эмси на двух фронтах, ты подживешь, там видно. Не вытянул. Классно, классно, да? Голос шикарный. Музыка такая классная, да? И хочется подпевать охоту, танцевать хочется, ребятки, да? Лох, ты не надо мне, Игоря, ой. Не беси меня заветом, а приколами о роликах, не понимая, в этом апреллировал нападок, а приехал подурачиться. Я твой пастор, что если поплачется, рыжие сроки, как-то первый сезон любим там. Игорь на третьем цепи, о нет, ты будешь третьим, а то 40 отсосав тут мне. И даже не пытайся обратно нести твои раунды, все равно это хуйня, не стирай, бой. Ну, речитатив классный, да? Читать классно, прям все, да, молодец, нравится мне. Молодец. Твои панчи, билеты на ивент, все понимают, sold out, поэтому уебывают спать, даже выкупать нехуй. Говорит, что ты тут папа, нет, даже на афише ебаного эвента сказано было, IMMZLF, это был Мэри Брезент, слышь, толстый, Ксюху, Жеку, цифры победил. Кирилла, ты сказал, что тащат лишь тебя, вот, блядь, еще один. Осень выдалась, заебок. Я два раза въебал, как лох. Из тебя забы сделал клоуна. Но под благо фэны и 140 твой беха работает. Все полюбили Игоря на Игоря. Всем похуй, бэ! Ребят, ну скажу, классно. Мне нравится. Голос шикарный, да? Скажи. Угу. Так классно исполняет, читает так четко, да, все? Речитатив профи, прям профи. Прекрасно развит, да? Ага. Молодец. Ты что на Ксюху сказал-то? Ксюха, респект, реально. Вот. Я тебя обожаю, но пизда. Он плохой говорил, я за тебя. Игорь, Зай, давай, Зай, убивай его. Вообще не советую туда не подавать, не идти, если кто-то планирует. Это я. Состав мой тронется с полок воспоминаний в дорогу. Взяты ресурсы, долгий путь. Что-то не сходится, да, тут? Е! Че там по обуви, братан? Уже купил новые кроссы. После такого вокала возникла куча вопросов. Ты крутишься. Ну, это наш любим
любимчик, ребятки, да, мне он нравится, он читает классно. Любимчиком стал я недавно. Я жду от него. Недавно прошел фаворитик. Слушай, ну это 5 лет тому назад, мы 5 лет тому назад, по-моему, не слушали его, да, ведь? Ну, он это... в таком же стиле выступает, да? Как сейчас. Угу. Он нравится. Как удобно, хитренький хула-хуп, если с темнашкой хуета, значит, ты залетел нахуй. А в целом здорово, я рад тебя видеть, но мы вернемся к тебе потом. Сперва обращаюсь к ребятам, что батлили с тобой до... Рэперы пошли. Ну правда, чё за народ? Они батят за игры, но молчат, что ты долбоёб. Не забудь сказать спасибо Виду. Он тебе как отец, это надо ценить. Он молодец. Дал тебе возможность взглянуть наверх пищевой цепи. Для тебя это батл жизни. Не прояви этот шанс, брат. Для меня это респект московской толпе. Мы видимся не так часто. Ведь сказал, мол, ты открытие сезона. Повезло, чё сказать. Походу хуёвый у вас сезон. Мы допустим это так. Димону пиздеть не резон, но если ты открытие, то кто же тогда Бизон? Ты такой техничный паренек, что вспоминает и твоя реклама. Слушай, что-то мне вот не хватает такого драйва. Не хватает? Почему-то. Хочу еще сильнее, вот что-то такое хочу. Не знаю почему. Не знаю, прям вот жду, когда вот это сильнее пойдет. Мама, рэперы в шоке, нет, даже в ахуе. Но бэк ту бит, даже рэперы в шоке от тебя. Мой братан удивился, удивился, летает по битам, и он полетит. Дожили, МС гордятся тем, что попали в бит. На слово Харьков тебя позвали, заплатили, отъебали. Ровно с таким же успехом они могли вызвать любую путану. Было бы больше просмотров, но ты пиздел, мол, я подвезу. Как сезон на БТБ поднял ЧСВ к потолку. Расскажи нам, лох. Ага. Чувак, ни хуя не по фактам, сейчас я тебе все расскажу. Сейчас скажу, говорит. Тихо. Красивый бит, да? Ты вонил против 11-го, и его не жалел. Еблан, после тебя его путь стал еще тяжелее. Я батл рэп уже, как и Майнкрафт. Не актуального типа игра. Я мега броши поставлю. Вот я жду этого. Это не так, как у тебя батл. Еблан не может поверить. Вот я жду, чувак. Кроме онлайна, вы выступил в Харькове. Молодца. Люди, огонь. Но это все там, мне кажется, у Харьков бэк ту бит кончился в войне. Молодец. Ты просто лобнил мейкап за рейх в земле. Рядом с проектом танцевать, тогда оставь на нем мне, блядь. Взял скрин добавки, значит, взял с могилы хлеб. И после нашего батла можешь просить больше ЛФГ. Я так классно ебу шлюх, они вырастают в цене. Биточек героический, будто я цирилик. Вышел на битву с драконом в Айтране. А там АМ, это пиздец, слов, кто ты такой? Носитель банки гориллы, как с нами. Все ты мотался весь первый сезон. Вот я чё жду, вот. Мы, блядь, больше знаем про льва. Знаем, что он говно ебаное. Нам лучшего не надо. 2-0-5 команда, Валя рекламит линзы, а Игорь просто... Валю не забывает, Валю в том раунде и в этом раунде. Всегда Валю вспоминает. Ближе, стоп, ты сыгливый, ебаный лох, побину у него. На терпилу, на ехо, в топ-5 предательств аниме. Прервать марку победы, не панчишь, а озвучиваешь мысли. Тебя не постят, не до панчик, ведь не панчил, а выстрел. Так что съебал, вон и затекло. Выдало твой, да потом стол, вон, да ебать рот. Это постол, не гуня себе топ, даже так этот топ никогда не делал. Молодец, зажигает. Класс. Крутой. Прям заряд такой. Заряд энергии. Да? Молодец. Респект, да. Удачи в сезоне. Выеби все, кроме Вани, Кири, Клавы, Влады и Тёмы. Крутой Мазил. Молодец. Патли круто смотрится. Прям респект. Мазил, молодец. Отлично, правда. Реально, да? Угу. Прям вот, знаешь, энергетика шикардос. Да? Шикардосно. Видишь? Кофти, блядь, куртки, тут пиздец, жар. Да, это реально ебанутый, блядь, разделся. А почему, правда, одет так? Умница. Это мой преданный фанк, ведь слил мой текст анонса, как тебя в четвертьфинале. Тот еще подставщика, мы ему доверяли. Когда будешь строить крутого, ну или снова батлить, хуй знает где, не забудь передать мне. На детской площадке не самый сильный, вроде панчишь не часто, но стадо сыто, братик, ты там меня, когда старый сига. Отчитаю, так тебе станет стыдно, какие топы, за тебя топы только свои, да и то далеко не все, поверь. Почти всего не респектует сам Соловей. Познакомились, на купе стояли, постели по телу и не по теме
самое интересное. Да, молодцы. Круто, молодцы, круто. Видите, как все дружно, все. Не, дайте шум. Обоюдно, блин. Молодцы, молодец. Полюбовно все. Круто. Ой, впечатлил прям. Молодцы, ребятки, молодцы, прям респект. Итак, кто за Мазилова? Молодцы, оба, 1-1. Да, кто да, за да. IM? Оба очень сильные. 1-1, ребят, 1-1. Еще раз, Мазилов? IM? Молодцы, 1-1. Было слово back to beat решать нам, дайте максимум шума. Так, друзья, что скажу, вот подведем итоги. Я в восторге, ребятки. Да, оба классно. Исполнителя классных. Читали классно. Ребят, речитатив развит шикарно. Каждое слово проговаривали. Быстрый темп, ребятки, но каждое слово проговаривали, ребят. Это очень тяжело, это надо уметь. Прям это профессионально, профессионализм. Шикарно, да. Прям. Шикарно, ребятки. Оба исполнителя. И даже невозможно сказать, кто лучше. Да, особенно мне второй раунд, да? Оба, да. Мне понравились биты. Биты классные, да? Настроение поднимают. Да, и тараторочку дали нам. Мир, дружба, жвачка, ребят, между ними. Да, это для меня самое главное, ребятки. Я люблю, когда все дружно. Пока, друзья.